Добрый вечер. Добрый вечер. Соболезную по поводу вашей жены. Спасибо. Если вам что-нибудь нужно, продукт. Спасибо, все в порядке. Вам какой? Подождите, не нажимайте. Мне правда очень жаль. Я понял, все в порядке. Нет, вы не понимаете. Она мне снится. Нет, подождите. Я же себе места не нахожу. Зачем я это сделал? Я не могу. Вы должны что-то сделать. Я так больше не могу. Она была такая красивая. Я испугался. Я же не знал. Я вам завидовал. Я сделаю все, что скажете. Вы решаете. Послушайте, вы должны что-то сделать. Подождите. Послушайте. Я помогу. Нет. Вы меня не слушаете. Сделайте что-нибудь. Я изнасиловал вашу жену. Я убил вашу жену. Вы должны что-то сделать. Вы не понимаете, что я чувствую? Я жить так не могу. Оставьте меня! Нет. Вы совсем меня не понимаете. Я убийца. Я виноват. Это я все испортил. Она играла. Такая красивая. Всегда так себя вела. Всегда играла со мной. А у меня же никого. А потом, около метро, вижу, она. Зову, молчит. Зову, молчит. Смотрю. Вокруг никого. Хватаю за руку. Дерется. Молчит. Рву платье. Дергается. Молчит. Расстегнул. Потом слышу. Вроде как будто смеется. Я ее голову на себя не смотрит. И смеется. Потом смотрит. И смеется, смеется, понимаете, смеется. А она в чем виновата? Вот видите, мне не легче вашего. Что я могу сделать? Как я уйду? А вы даже меня не ударите? Какая сука это придумала? Ну сделайте хоть что-нибудь! Ударьте! Избейте! Полицию позовите! Или... Это? Ну я же так не могу! Ну не будьте таким жестоким! Хочешь меня? Убей! Вы совсем меня не слушаете. Оставьте меня. Я не могу. Чего вы хотите? Вы прекрасно понимаете, чего я хочу. Пустите. Скажите, что мне делать? А мне что делать? Простите.